А вас тебе нужны? Нет. Войд. Вообще обычно да, люди со своими приходят. Это для тех, кто провтыкал, не знал. Играем в крест. Я трусы покика. Кресту покикать и косты. Все, в трусы доиграли. Затаунти я пока метки раздам. Так, по танкам. Те, кто ролят не на свой спек, просто напишите об этом в рейд-чат. Этого достаточно для форума. Всем привет. 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 Так, у нас... У нас. Что-то микосик. Угу. Значит так, микосик, танчишь в луне, луну и ромбик. Услышал? Супер. Печеньку танчит в алтору, в печеньке. В черепе танчу я, череп, и крест танчит снова танк. Или лучше нас поменять? Ты кого в прошлый раз? Ты в прошлый раз Олма танчил? Ты крест? Хорошо, значит его и танчишь. Дальше. Вар Валтору. Когда скажу, ретаунтишь у меня Олма, если я там погибать буду. Я думаю, не буду. Дальше. Холипал, ОНСП. Да, ты хилишь снова танк и фросняша. Никого из нас не должен уронить. Просто оверхилом. Патриция, тебе нужно будет прохилить микосика. Валторну, следи за ним. Эрдру Асина. По хилам распределил. По тактике. Первым убиваем череп в черепе. Как только череп поставят в череп, у нас будет команда дать БЛ, и мы заливаем босс. По банам. Бан дает заюшь первому, первой собаке даешь бан, второй даешь фир. Твоя задача их поконтролить. Вам еще метки по танкам. Окей. Кушаем рыбу. А мне не хватит меток по танкам. Да не надо никакие метки по танкам. Вот и я думаю. Ники, запомните, у вас танки первая группа. Микосик, Валтору, снова танк, Фросняш. По 30 надо хилить микосика в первую очередь. Вот и все. А НСП, ты там слышал, кого ты хилишь?
Этот фир, по-моему, не снимается с шаманом. Рыбку поставили? Да. Поешьте. Сейчас проверяю бафы. Лапку повердишь. Все остальное есть. Фласки не выпили. Базу, у тебя есть фласк? Можешь у этого взять. Он говорит, есть. А, окей. Вердишу ты дал фласку? Вердишу не давал обмен. В чем там нынче СПДшная? Да пофигу, там 80 годы. РЧ на пол. Че? У него, походу, бан на 10. Ни у кого здесь банов нету. А, у Вертиша этот... Есть? Не, у Вердиша есть, его кикнули. Не разбанят его. Так. Есть у нас один такой. Так, РЧ, давайте уже этот танки на позицию. Микосик, ты там уже должен быть. Так, а со мной в кресте снова танк. Ну что, снова танк, ты первый начинаешь. Единственная настоящая сила за пределами. Ставим его так. Давайте был. Собаку забань. Хорошо. А чё луна в рейде делает? Прохили, снова танк на фул. Вторую собаку фир. Первый бан. Не зыбку отдал. Хорошо, играем в крест. Меня прохиливают дальше. Еще прохиливают. Еще 2 секунды. Хорошо. Теперь одного этого хилишь. Снова танк. Частицу пусть на меня перекинет. На Алтору. Пала все время на фул. Держим. Патриция, поставь монотайт. Вот, зачитаю гимноману.
Я приведу Ромик. А точнее, Луну просто уведи. Отведи ее в крест, где он там, там проще будет. Чтобы нас не откидывало. Так, Влад, а у тебя ДД-спек есть хоть какой? Я? Ну да. Ну, вообще есть, но там говно. Просто у меня даже спека-то нет. У меня второй спек тоже танковский. Да вдвоем потанчим, я под этот... под. Мне нужен... мне нужен протпал, который даст сокру под каждый удар. И я наберу агро. Тогда просто будешь там раскол стакать, не знаю. Ну, раскол постакаю, под немоту повлетаю в тебя. Позабираю урон. А ну, пал будет танчить основной урон, скорее всего. А может и я, посмотрим. Давай, без оружия бить. Как раз пытаюсь сейчас Фурика дособрать, чтобы спекнуться. Осталось, ну, по сути, пару шмоток. Хант вагонеточка. Уже не вагон, конечно. Рога любой под вихрь через 5 секунд, дай без оружку. Ну он только доделся. Давай без оружия. И второе надо будет дать. Не будет уже работать, у него нет пухи больше. После 50% у него. Следующий вихрь я знам. Вы меня слышите вообще? Слышу. Да. А я вам скажу, после 50% у него нет оружия, кому-то собрался дизамбил. Ну, руби отрубить. Ну понял. Бегите. Можно бить. Ну, падла. Сокрушит.
Так, Микосик может ДД прыгать. А остальных попрошу остаться. Поехали, трэш. Да, да. Рога какой-нибудь покикай трусом косты. Дженкинс. Попуржите хилочки, они снимаются. Эфир диспелится. Погоди, давайте их убьем. Убивайте их. Крестик возьму, покикаю косты. А я трусом покикаю. Это будет снова танк, на пулы все в него. Я агро сам наберу. Так, у нас же жмуры были на королях? Были. Сейчас посмотрю. Ставлю рыбу. Двое было. Я не хейтер, мне надо масса сакра. Будет у меня 4-4, я типа освобожу тебя от этого дерьма. Рыбка стоит, обновить. И бафы попавшим обновить. Паунди и Вейнту надо дать. Все остальное есть. Так, Асина, дать тебе фласочку. Да и не надо. Так, неоприст. У тебя есть такая кнопочка, зубы называется. Ее надо будет отдать по команде. И точечные сакры надо будет давать танку по команде. Плюс вар еще будет урон забирать. Ну я под эту поднимату. Под сало буду влетать. Ну это на 20%. Да. Хэпал, ловайс, ничего не хватает. Всем все хватает. Даю дбмпул.
И старайтесь всегда кучно стоять под одной ногой, чтобы завал не кидался в две точки. Встали все в одну ногу. Удар сейчас будет. Рейнджер, наберите. После удара. Разбежались. Массакр. Хорошо. Давайте, Бэйл. Йо-йо, дай Боазу сальву. Волбинники по другую ногу сдвинулись. Помните, я говорил, на пулы по КД? Лево. Скоро удар. Побежали, набрали раньше. Хорошо. Снова танк, дашь сальву Дезелгоду? Это вар. Браво, но. Вторая группа. Это не... Вот это-то? По-моему, по два под обвалом стоит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Больше на пулов снова танк. Я переагрю с него почему-то. Больше переагривать. Мелики, вы чё там? Ближе к пузу. Могу установить, там уже нету завала. Давай развернем. Не так надо, вот. Не... зачем? Ну, ну... Скоро удар. ТЦ щиты раскидай. Больше ходок на рейде. Раньше набрали. Массакру давай. Хорошо. Шаманчик. О, даже шаман забыл.
Может, варочка Берни? Давай, он дива, Берни, варочка. Патриция, поставь монотайт. Войд после этого. Рога прибей. После сала дашь гимноману. Мелики в лицо не бейте. Под правую ногу сбежали. Так, ю-ю, под сало дашь. А, не успел. Под следующий сало надо будет точную сакру дать. Я еще влечу тоже. Снова танк. Давай. ДЦ. Зубы через 2 секунды по снова танку. Давай. Дал зубы? Вроде да. Хэпал. Дашь точечную сакру на следующий сау. Снова танку. Набрали раньше. Сакру. Хэпал, давай ему точно сакру. Все, супер. Портал дать. Один маг, он тебя не слышит. Я знаю, написал ему. Ну, там примерно одинаково бежать. Что из шатра, что из огня.